Молчат барханы о прошлом упрямо. Лишь слово Божье вещает поныне, предельно сжато, как в телеграмме. Был 40 дней искушаем в пустыне. Палило солнце, как в кузнице горны. Голод со смертью ходил в обнимку. Лишь вся пустыня смотрела гордо на приближающийся поединок. Дьявол опытный, дьявол практик, он взялся за дело без легионов. Ведь стоит немало усилий потратить ради погибели миллионов. Вдруг тишь в пустыне речью лукавой была разорвана словно залпом. Ты пищи хочешь, так сделай камни кусками хлеба, ведь ты же взалкал. А телу трудно выдержать 40, оно на жизнь претендует законно. Хотя бы хлебных крошек немного, пусть даже из камня сотворенных. Но кротко духу уста покорились, в решающий миг не ища середины. Пусть даже дрожали, пусть даже томились, но все же сказали не хлебом единым. Дьявол злится, но внешне сдержан. Ответ Христа не сконфузил профиль. Еще осталась одна надежда — богатством путь преградить Голгофе. Ее предложу я Христу недаром, отниму у царей непреклонных. Он сделает мне бесподобный подарок, лишившись силы в одном поклоне. Мгновение времени и царство мира пред ним промчались со скоростью света. От южных широт до гор Таймыра решалось спасение людей ответом. А в мысли рвется дьявола эхо, себе, пожалуй, избрав бездорожье, ты будешь отвергнут безумным смехом, а после распят, а ведь ты Сын Божий. Но нет, зажженный любовью к миру, он отвергает греха услугу. Со светлым взором проходит мимо, чтоб душам бедным явиться другом. И даже в муках, открыв объятия, не захватил себе и хитона, но утвердив любовь над проклятием, главой склоненной. Слава Богу!